Здравствуйте всем любителям природы и интересующимся моим каналом. Пошли настоящие грибы после обильных дождей, вылазка в лес. До этого ничего не было, а сейчас обильно выросли, высыпали маслята. Масленок сосновый. И с этого лесочка, с этих посадок, можно собрать их очень много. Есть как переросшие грибы, но в основном те, которые идут сейчас на заготовку. Вот он, семейство масленок сосновый. И по этой посадке их просто изобилие. Вот я иду по посадке и показываю вам эти мерные маслята. То есть как раз идут под засолку, маринование. Но мы их будем жарить и замораживать. Вот они, маслята, дружные ребята. Я иду прям по этим сосенкам, где их просто пресс. Погода отличная. На небе облачка, плюс 20 с небольшим. Но с этой посадки мы сейчас затарим полностью все наши сумки и мешки. Масленок сосновый идет во все виды обработки кулинарной. Всем удачи и хорошей грибной охоты. А мы начинаем заготовку. Вот он, масленок. Вот он. До свидания.